Первоуральские школьники нашли свою точку опоры. Так называется профориентационная программа для подростков, которую реализуют на градообразующем предприятии. Что она подразумевает, расскажем в сюжете. Небольшие патрубки, которые направляются в лабораторию для того, чтобы получить заключение о соответствии механических свойств металла. Сюда трубы поступают полуфабрикатами. Прежде чем продукция отправится заказчикам, в финишном центре по производству труб нефтяного сортамента ее ждет термообработка в печах при температурах от 600 градусов, охлаждение и нарезание резьбы. Одним словом, заготовки доводят до идеала. С процессом производства знакомят восьмиклассников школы номер 7. Такие экскурсии – часть программы ранней профориентации, которая действует на Первоуральском новотрубном заводе ТМК. Я впервые на заводе, всегда хотела здесь побывать. Здесь довольно шумно, однако, но я бы здесь хотел поработать. Как опыт и будущая профессия – это очень хорошая. Я не представляла, что завод настолько огромный, а это один из цехов, боюсь представить, что на остальных. Так что я под впечатлением. Я нахожусь на такой экскурсии впервые. Мне очень понравился этот масштаб, большие производства, и при этом это все удобно и компактно сделано. Меня удивило, как тут производят сами трубы. Это очень новое для меня впечатление, новый опыт. Но это вообще удивительно. Программу «Точка опоры» реализуют в Первоуральске в рамках соглашения между городской администрацией и предприятием. В рамках программы ученики подшефных школ посещают производственные цеха и знакомятся с рабочими профессиями. Кроме того, детям рассказывают о промышленной истории Первоуральска. Вы прочитали Берг. Это фамилия еще одного хозяина Васильева Шайтанского завода. В музее истории учащимся рассказывают о зарождении металлургии на Урале, семье Демидовых и прокате первой трубы. А еще проводят тематический квест. Задания этого квеста охватывают как раз период 18 и 19 веков и начало 20 столетия. Именно в этот период мы даем учащимся школ города Первоуральска основные знания об этапах строительства Васильева Шайтанского завода, об этапах появления деревни Шайтанка, в будущем поселка Первоуральска и в будущем города Первоуральска. Экскурсия на меня произвела большое впечатление. Я не думал, что это настолько интересный процесс, и, возможно, да, в будущем свяжу свою жизнь с работой на заводе. Программа «Точка опоры» включает в себя различные профориентационные мероприятия с подшефными образовательными учреждениями, а их у предприятия 18. Она призвана в будущем укрепить кадровый потенциал Первоуральска. Екатерина Сердитых, Андрей Волков, новости Первоуральск.